Алюминиевая промышленность в нашей стране стремительно развивается. Это напрямую связано с тем, что этот мягкий металл занимает лидирующие позиции среди конструкционных материалов по огнестойкости, способности вторичной переработки, стойкости коррозии, высокой электропроводимости и прочности. Однако конкуренция среди производителей этого материала очень большая. В целях расширения клиентской базы и географии экспортных поставок компании принимают участие в различных выставках по всему миру. Так, в этом году отечественный производитель алюминиевого профиля различного назначения компания БНК представила свой стенд на 11-й международной специализированной выставке и конференции «Алюминиум-2016» в Германии. Компании удалось заключить новые контракты и познакомить экспонентов и посетителей выставки со своей продукцией. «Алюминиум» – самая крупная в мире выставка, объединяющая производителей, переработчиков и поставщиков алюминия со всего мира. Выставка проходила с 29 по 1 декабря этого года в Дюссельдорфе. Впервые в истории проведения данной выставки свой стенд представила компания из Узбекистана. БНК, будучи брендом компании Greenline Profil, молодое, быстро развивающееся предприятие по производству алюминиевого профиля. На рынке СНГ оно занимает лидирующее место по поставкам анодированного алюминиевого профиля. Мы специализируемся производством алюминиевого профиля для архитектурных конструкций, для индустриальной сферы, для машиностроения, авиастроения и так далее. На данный момент мы заключаем договора со многими странами мира, в том числе Израиль, Южная Африка, страны СНГ, страны Восточной Европы. Мы производим 40 тысяч алюминиевых профилей в год. Мы молодая компания, расположенная в сердце Центральной Азии и Узбекистане. Мы объединили европейские технологии, европейскую систему управления, а также наша компания производит продукцию европейского качества и поставляет ее на рынки Азии. У нас работают высококвалифицированные специалисты. Более того, оборудование, которое мы используем в производстве, привезено из Европы. В частности, при прессовании профилей применяем технику итальянского производства. Кроме того, используем полностью автоматическую систему для обработки алюминиевых профилей. Высокая посещаемость стенда компании, заключение ею нескольких десятков договоров по поставке алюминия в страны Восточной Европы и СНГ за время проведения выставки свидетельствует о том, что продукция, выпускаемая БНК, отвечает мировым стандартам качества. Я думаю, что мы найдем свое будущее и на международных рынках вместе с компанией БНК. Мне приятно о том, что есть такие компании, которые бурно развиваются, которые смотрят на весь мир, которые не зацикливаются на своем локальном рынке, а идут вперед. Я рад за то, что та пассионарность, которая есть у этой команды, она работает сегодня на этой выставке. Я вижу профессионализм ребят, их подход и вот шаг за шагом, то, как они осваивают новые продукты, новые регионы. Можно сказать, то, что уверен в их будущем. «Алюминиум-2016» выступила для БНК и Узбекистана в целом эффективной площадкой, позволившей компании продемонстрировать потенциал алюминиевой отрасли нашей страны и ее способность конкурировать с мировыми производителями.